Первый вопрос в повестке дня на очередном заседании Гордумы был посвящен избранию главы муниципального образования, председателя Рязанской городской думы. Представители трех фракций «Единой России», КПРФ и ЛДПР выдвинули свои кандидатуры на эту должность. Таким образом, в бюллетенях числилось три имени. От партии «Единая Россия» Владислав Фролов, от КПРФ Петр Полинок, от ЛДПР Антон Князев. Для проведения тайного голосования депутатами была назначена счетная комиссия, в состав которой, как водится, входили представители всех фракций. Число голосов отданных за каждого кандидата и против всех кандидатов. Князев Антон Александрович – 2, Полинок Петр Иванович – 4, Фролов Владислав Викторович – 32. Таким образом, на должность главы муниципального образования и председателя Рязанской городской думы был избран Владислав Фролов. Новоизбранному главе города вручили должностной знак в виде золотой цепи, после чего он произнес клятву и официально вступил в должность. Владислав Фролов поблагодарил депутатов за оказанное доверие. В нашей городской думе сегодня очень сильный состав, и нам по силам решить все наболевшие хозяйственные, социальные вопросы города. Огромное вам спасибо. Я буду работать на благо Рязани и рязанцев. Спасибо. По окончанию заседания Владислав Фролов впервые выступил перед представителями рязанских СМИ в качестве главы города. Он озвучил первоочередные задачи и планы, рассказал, с чего начнет, приступив к должностным обязанностям. Уже обсудили с коллегами основные вопросы, касающиеся экономического состояния, бюджета города и... На мой взгляд, с экономики начинается все. И вот на этот аспект нашей работы мы в первую очередь направим свое внимание сейчас. Конечно, не без внимания для остальных вопросов. Владислав Фролов родился в 1978 году в Рязани. В 2000 году окончил Рязанский государственный педагогический университет имени Есенина по специальности физической культуры и спорт. Квалификация – преподаватель физкультуры и спорта. В 2009 году окончил Московскую академию экономики и права по специальности финансы и кредит. Квалификация – экономист. Свою судьбу Фролов связал со спортивной специализацией. В 2005 году работал директором специализированной детско-юношеской спортивной школы Олимпийского резерва «Олимпиец». С 2005 года по настоящее время является директором детско-юношеской спортивной школы Дворца спорта «Олимпийский». Теперь Фролову предстоит покинуть посты директора спорткомплекса и председателя комитета по собственности и сосредоточить все внимание на обязанностях главы города. Владислав Фролов пообещал работать на благо Рязани и рязанцев и руководствоваться исключительно демократическими принципами.